Команда Армель, всем привет! Сегодня воскресный зимний такой снежный день, и я вышла на разведку в автосалон Kia Motors, потому что команда Number One делает автопрограмму. Второй месяц, друзья, выполнен. И сегодня я решила пойти и посмотреть, какие машины, какие цены, и расскажу об этом вам. За мной, за мной! Вот Kia Rio. Вот тоже, кстати, хэтчбэк. Да, вот такой вот вообще идеальный. Вот наша семья очень любит. Как раз, чтобы картошку возить. Смотрите, и 1.4, 1.6, разница между этими комплектациями 20 тысяч. Вот будет все то же самое в этой комплектации, только будет на автомате. Будет идти штатный магнитолог, кондиционер, подогрев сиденья руля, подогрев щетки. Мужик кожный отверг, передний подъемник или сиденье. Вот. И 1.4, и 1.6 выглядят одинаково. Разница в них только то, что 1.4 четырехступенчатый и 107 машинных сил. Только добавляется отделка двери ткани, задние подъемники. Рулевая колонка уже регулируется не в одном направлении по высоте, а еще и повыше. И ключ, брелок выкидной получается. А, подождите, и все на 30 тысяч, да, дороже? Да, 30 тысяч. Вот здесь будет тоже автомат, правильно? Я вообще скажу, что в наличии и по цене. По багажнику одинаково. Там, видишь, он такой, он раздельный, а здесь совмещен, здесь удобно, например, какой-нибудь коляска, велосипед. На подъем больше. Он покороче, да, тут по длине получается? А, ну тут получается вот... Ну, понятно, удобство. Ну что, машины посмотрели. Остановились пока на двух вариантах. Это Kia Rio Sedan и Kia Rio Hatchback. Наша семья любит больше хэтчбэк, но посмотрим. Ждем информации дальнейшей. Останавливаемся либо на каком-то из этих двух вариантов, или копим дальше на Mercedes. Эта цель у меня висит на холодильнике. Продолжение следует. А ты уже решил делать автопрограмму с компанией Армель? Кто следующий? Пишите в комментарии. Всем пока-пока! Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.